как отдельный танковый батальон оборонял Сталинградский тракторный завод. В октябре 1942 года немцы добрались до гордости отечественного танкостроения Сталинградского тракторного завода. Вся тяжесть обороны первенца первых пятилеток легла на плечи стрелковых соединений 62-й армии. Но помимо этих частей в обороне завода принимал участие и отдельный танковый батальон, состоящий из различных типов танков. Танки были свезены на территорию завода и использовались преимущественно как неподвижные боевые точки. Ввиду своей малоподвижности танковый батальон оказался неэффективным. Танки батальона были практически полностью уничтожены за первые три дня после начала наступления. За исключением двух танков КВ, все остальные машины были сожжены артогнем противника и штурмовыми самоходными орудиями. Хотите узнать больше о Великой Отечественной войне? Перейдите по QR-коду или по ссылке в закрепленном комментарии.